два основных показателя доверия к стране – это приток прямых иностранных инвестиций, и второй показатель – это, собственно, отток капитала. Согласно вот цифрам Минэкономразвития, приток инвестиций в нефинансовый сектор в первом квартале 2014 года соответствует сумме первого квартала 2013 года. Соответственно, отток тоже за первый квартал этого года, в общем, более-менее соответствует тоже цифрам прошлого года. То есть даже есть тенденция на снижение оттока капитала из сектора нефинансовых компаний. Hogy nagyon kevés olyan információnk van, ami az orosz gazdaság, az orosz befektetői világról érkezhet felénk, és ugyanakkor tudjuk azt, hogy a világ egyik legerősebb gazdasági hatalma, világ legerősebb potens meghatározói vannak itt országukban. Ha hiszik, ha nem, Európában is sokszor úgy jönnek létre gazdasági kapcsolatok, hogy először régiók és régiók között létrejön valamiféle kulturális, majd testvérvárosi együttműködés, és azt követően barátok, bizalmi kapcsolatok hoznak egymáshoz tőkét, hoznak egymáshoz befektetést, és létrejön egy hosszú távú gazdasági együttműködés. Ezzel a háttérrel mertük hozni azt az üzenetet, akár az Európai Unió régiók bizottságából, akár országomból, hogy nyitottak vagyunk bármely olyan együttműködésre, amely a két nép akár kulturális, de elsősorban gazdasági együttműködését jelentheti. Мне кажется, задача номер один – это как раз исправить имидж или восприятие России в впечатление простых граждан, бизнесменов именно нашей страны, Великобритании. Сделать это за ночь или за короткий период, безусловно, невозможно. С точки зрения палаты мы нацелены на создание положительных примеров тех бизнесменов, которые имеют удачный или успешный бизнес. Несмотря на различные политические ситуации, которые сегодня у нас происходят, мы видим, что главным мерилом все-таки является бизнес, и бизнес смотрит и оценивает Россию как торгового партнера, как страну, с которой можно иметь дело, и которая сегодня уже играет значимую роль в экономике, в мировой экономике и в международных экономических отношениях.